Суп из зеленого горошка. Летние супы – это не только окрошка, свекольник и гаспачо. Это наивкуснейший суп-пюре из зеленого горошка. Подготовить ингредиенты. Отварить зеленый горошек в течение 2 минут. Слить воду. Добавить минералку. Пробить блендером. Протереть суп через мелкое сито. Для подачи выложить на тарелку зеленый горошек, нарезанные хамон или бекон и мяту, разрезанную клубнику, сбрызнуть оливковым маслом. Готово! Приятного аппетита! Ингредиенты. Зеленый горошек 800 грамм, мята 20 грамм, масло оливковое 60 грамм, минеральная вода без газа по вкусу, хамон или бекон 60 грамм, клубника 30 грамм, соль 20 грамм. Подписывайтесь на канал.